Всем доброго дня, с вами компания «Печной мир». В очередной раз мы приглашаем всех на конференцию «Печников Сибири», уже четвертую конференцию, которая будет проводиться в Иркутске. Отель «Звезда» будет нас принимать. Сейчас мы пройдем, посмотрим локации, где мы будем находиться, место, и проговорим про спикеров, кто будет у нас в этом году выступать. Пойдемте с нами. Конференц-зал располагается на 6-м этаже. Сейчас мы туда пройдем. Раз-раз. Зал оснащен хорошей акустикой. Имеется два радиомикрофона, чтобы можно было передать спикеру. И ребятам, у кого есть вопросы, чтобы можно было также их хорошо задать, удобно. Кафедра для выступления, проектор, чтобы показывать слайд-шоу. Также хотел сказать, что в этом году будет онлайн-трансляция, которая во много раз сокращает расстояние между спикером и слушателем, так как слушатель может в любое время задать вопрос. Конечно, если их будет очень много, на все, к сожалению, не получится ответить, но на часть самых таких интригующих, цепляющих, я думаю, что ответ вы получите. Также для всех гостей предусмотрен обед, так что с конференции голодным никто не уйдет. Перейдем к спикерам. В этом году у нас выступят Евгений Кудымов, Санкт-Петербург, представляет трубочистов. Виктор Сычков, город Новотроицк, печник, проектировщик, сооснователь студии печного дизайна. Александр Бардаханов, город Улан-Удэ, печник, сооснователь также студии печного дизайна. Александр Кутузов, город Ангарск, печник, преподаватель курсов, инженер, идейный вдохновитель. Игорь Задорожный, город Минск, печник, изобретатель. Александр Тарасов, город Омск, печник, резидент студии печного дизайна. Бахаев Максим, это я, город Иркутск, печник, блогер, сооснователь компании «Печной мир». И Александр Аксенов, город Иркутск, печник, преподаватель курсов. Спикеров будет много, у каждого свой богатый опыт, так что не упустите шанс приехать, поучаствовать в конференции, задать свои вопросы, а также пообщаться в кулуарах, в спокойной обстановке. Я думаю, что и ребятам есть чем поделиться, и у вас уже какой-то опыт этого года сложился. Встречаемся мы очень редко, так что милости просим, приезжайте на конференцию, будем рады всех видеть. А сейчас хочу напомнить и показать то, что было у нас год назад. Я думаю, оно согреет воспоминания. То есть, поехали!